война – это не только смерть, не только бои, не только разрушение и потери. Война – это еще и ожидание. Ожидание и поиск своего родного, близкого человека. И это постоянная смена от отчаяния к надежде. Ее зовут Надежда. Надя Евдокимова из Харькова ищет своего мужа Влада. Очень часто опускаются руки, потому что бывает, все замолкает на 2 месяца, на 3 месяца. А потом находится еще находится, куда писать, еще находится, куда звонить. Гражданин Украины похищен из Харьковской области, перевезен на территорию Российской Федерации, помещен в некое место лишения свободы. Это гражданский человек. Гражданский. Надя, когда ты последний раз видела своего мужа? 9 марта 2022 года. Где это было? Когда это было? Уже началась война. Уже началась война. Мы 2 недели пробыли у папы в доме. И 8 марта начались сильные обстрелы. 9 марта было окошко, можно было выехать. И вот мы в 3 минуты собрались, документы, и все, без вещей, без ничего. Взяла детей, паспорта и поехала. Влад остался дома с собаками. Это Харьковская область, Кутузовка. Как ты добиралась? Папа вывез нас на автобусе. Мы приехали в Польшу. В Польше пробыла я с детьми, с родителями 2 дня, и со своими детьми уже потом я поехала в Берлин. Влад остался в доме с собаками. Что за собаки? Акиты американские. 2 большие собаки. 2 большие собаки, да. Когда ты последний раз с ним разговаривала? 14 апреля 2022 года. То есть месяц и чуть больше он был в доме? Да. Что он рассказывал? Каждый вечер, ну там не было света, когда началась война, у нас в 5:02 уже вырубило свет. И каждый вечер он заряжал от генератора телефон немножко, и в 6 часов вечера мы созванивались, он мне звонил. По телефону многого говорить нельзя было, ну просто рассказывал, что там, ну, там собачек покормил, я поел, там, ну в общем, все в порядке. И все, 14 апреля он не вышел на связь, я думала, что, ну может, бензина нет уже, чтобы генератор зарядить. Но, как оказалось, 18 апреля мне позвонила свекровь и сказала, молись, чтобы был жив. Его забрали. А как его забирали, ты знаешь? Вот этот папин друг, который ему хлеб носил, он шел к нам на улицу. Его остановили, сказали, не надо туда идти. Там был смотрящие, или как их там называют, ну, главные над вот этими солдатами. Потом этот папин друг разговаривал с ним, у него позывной был «Витязь». И он говорит, ну, уже там 3 дня прошло, 5 дней прошло, говорит, ну, вы вернете пацана, говорит, ну, молодой, семья. Он говорит, не переживайте, вернем. Ну, так и не вернули. Как забрали, опять же, со слов этого друга папиного, что выломали дверь. То есть Влад, бывший участник АТО, он в 16-17 году был под Мариуполем. И всех АТОшников забирали. Это он попал в армию в 16 году, подписал контракт и сразу поехал вот в Мариуполь. В 16-17 году он там был, в 18 году он ушел с армии. Его уволили по статье невыполнения обязанностей. Ну, в общем, он рассчитался с армией, потому что не хотел. У нас родился ребенок, и он не хотел уже никуда ездить, все, и ушел. И как его забирали? Там же собаки. А мою, которая взрослая собака, ее закрыли в погребе. А младшая, которой 8 месяцев было, ее убило осколочным ранением. А в погребе выжила? Нет. Она была без еды, без воды. Она, ну, мучительно, в общем, умирала. Ну, расскажи вообще про Влада. Сколько ему лет? Какой он? Хороший. Ему 28. А долго вы вместе с Владом? С 16 года. Надя, что дети? Как они
воспринимает эту ситуацию? Ну, старший сын, это от первого брака, он знает все, и он понимает, сочувствует, но ему 18, что он, вот он мне помогал распечатывать, например. А младший сын, который наш общий с Владом, он не знает, что папа в плену. Он знает, что папа в Украине на работе. Он все ждет, когда папа приедет, когда собаки наши приедут. Он говорит: мам, ну папа же уже, наверное, много денег заработал, он же уже, наверное, богатый, когда он к нам вернется? Он иногда говорит такие вещи, мы гуляем, а он говорит: мам, ты слышишь, папой пахнет. Говорит, представь, мы сейчас придем домой, а он дома. Как дело было дальше? Ты начала его искать? Вот как мне позвонила свекровь, сказала, что забрали. Я пыталась в интернете искать, как в Россию мне позвонить, какие номера. У меня одноклассница в Москве живет, и я ей в WhatsApp написала, что мне нужен номер телефона, там хоть какой-нибудь найди. И она мне нашла номер телефона Минобороны Российской Федерации. Ну, я туда дозвонилась, и мне говорят, там, сейчас может позвонить там Петя какой-нибудь и искать там Маю Плесецкую, в общем, то вы пишите официальный запрос. Когда ты первый раз услышала о Владе, что он жив и находится в России? Вот когда с Минобороны первый ответ пришел, что он у них. Знаете, я состою в группе, где занимаются поисками вот таких вот, как Влад, взятых в плен. И такие ответы – очень большая редкость, очень большая редкость. Я вам сейчас скажу, почему. Давайте я зачитаю сначала. Ваше обращение внимательно рассмотрено. Это 10 июля 2022 года. Гражданин Украины Евдокимов Владислав Анатольевич задержан. В настоящее время находится на территории Российской Федерации. Здоров! Сведения о местах содержания лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции, являются информацией ограниченного распространения и передачи третьим лицам не подлежат. Жена, да, третье лицо, что? Нет, что ли? Уважаемая Надежда Николаевна, а это уже сентябрь 2022 года. Ваше обращение рассмотрено. Повторно сообщается, что Евдокимов задержан в настоящее время, находится на территории Российской Федерации и здоров. Ну, более ответ распространенный такой. По каждому задержанному из указанной категории лиц, надо сказать, категория не указана, проводятся проверочные мероприятия на предмет их причастности к националистическим и неофашистским формированиям, до окончания которых вопрос о личном посещении рассмотрен быть не может. В Министерстве обороны Российской Федерации не имеется информации о привлечении Евдокимова к участию в уголовном процессе. Кроме того, сообщаю, что каждым лицам предоставлено право и возможность написания писем, которые направляются родственникам через Международный Красный Крест. Получали письма такие из Красного Креста? Ни одного. Но обращались. Я отправляла. И мне делегат из Красного Креста сказал, что он получал письмо. Мое письмо он получал. Мне ни одного письма не было. Красный Крест, знаете, мы с одной мамой украинской сейчас собираемся ехать в Женеву в Красный Крест и просто там встать с этой мамой, потому что парень ее уже давно сидит в СИЗО номер 2 Симферополя, у него ноги нет. Состояние, понятно, ухудшается, там все, палочки нет, протеза нет, ничего нет. Вот как в тюрьме, так без ноги, так особо там не погуляешь. Красный крест, полтора года. Ничего. Но вот эти письма, понимаете, эти письма, это правда очень редко. Здесь написано, что он жив. И Российская Федерация это признает. Потому что 99,9% ответов, которые мы получаем, это их там нет. Хотя мы точно знаем, что они там есть. Их там нет. Ваш есть. И еще, конечно, очень интересно. Ты мне рассказывала, что из ФСИН было интересное письмо. В
Федеральная служба исполнения наказаний. В связи с вашим обращением от 9.06.23 в отношении Евдокимова Владислава Анатольевича сообщаем, что затронутые в нем вопросы не относятся к компетенции ФСИН России. Первый заместитель начальника Лещев. Или Лещев. А то есть, понимаете, военнопленные, согласно Женевским конвенциям, они могут содержаться в тюрьмах, в колониях на территории Российской Федерации, но они охраняются и взаимодействуют не с тюремщиками. Они взаимодействуют с военной полицией и с Министерством обороны. ФСИН не имеет права туда даже близко подходить. Поэтому, когда ФСИН отвечает, их там нет, ну, он не врет. Но когда речь идет о гражданских лицах, а еще раз, Влад – гражданское лицо, то есть он на основании чего задержан? На основании подозрений? Значит, он должен быть в СИЗО. И ему должны быть предъявлены обвинения. Значит, он находится на территории ФСИН. Не наша компетенция. То есть поэтому мы с вами не знаем, где он. Не знаем. Не знаем. Но Красный Крест мне сказал, я перезванивала потом этому делегату, но я попала на тот номер, в общем, они там как-то эти номера связаны. В общем, делегат мне с него звонил, но я позвонила, и мне оператор уже ответил. Говорит, кто именно из делегата вам звонил, мы не знаем, но ваш муж здесь у нас в Украине как гражданский, а там он как военный, военнопленный. Вот такие люди, как Влад, их много, они обычно не проходят фильтрацию. То есть по всем международным конвенциям, кто считается военнопленным? Тот, кто в форме, с контрактом и с оружием в руках на момент начала войны был военным. Везде, во всем мире, кроме Российской Федерации. У нас свои законы. Не имеющие никакого отношения к международным конвенциям. Окей. То есть непонятно, он завис между небом и землей. Он не военный и не гражданский. Вы еще получили от него весточку. Вот давайте сейчас мы аккуратно расскажем, чтобы, во-первых, поблагодарить человека, который весточку передал, а во-вторых, сказать, ребят, если вы рискнете сделать так, как сделал один хороший человек, большой риск, на самом деле большой риск, но это огромное дело и огромная благодарность, очень человеческий поступок. В ноябре 22 года мне позвонил российский номер. Связь прервалась, ну, мне сказали, что это от Влада. Связь прервалась. С украинской карты я позвонить не могла. Я к себе в телефон его сохранила и через Вайбер. Ну, в общем, он был в Вайбере. Я ему позвонила. Он взял трубку и сказал, что есть весточка от Влада. Он жив-здоров. Дал он ваш номер, передал через охранника в маленькой тубочке из-под ниток. Там был мой номер телефона, написана жена и Влада фамилия, имя, отчество. У меня есть фотография этой записочки. Это почерк Влада, это ну, действительно был Влад. И я общалась с этим человеком чуть больше 2 месяцев, ну, периодически. Он мне передавал, что там жив-здоров, или я там передавала Владу приветы. И все, после Нового года мне этот человек перестал писать, отвечать на мои сообщения. Но хотя бы 2 месяца я знала, что... Все равно спасибо. А да. Вы так и не поняли, кто он, да? Нет. Но я понимаю, что этот человек туда вхож. Почему? Потому что, когда я с ним общалась, он говорил, что они ну, не волонтерская организация, а ну, что-то вроде этого, потому что их туда пускают. Не-не-не, в тюрьме волонтеров нет. Но их но, нет. Ну, он мне так и сказал. В тюрьме, в российской ну, тюрьме волонтеров нет, но... Ну, какая-то это организация, вот, что их туда пускают. Ну, какая-нибудь ветеранская, еще что-нибудь интересное. Это очень интересно. И вы сказали, что там было... в этой трубочке из-под ниток 3 записки, но нашли только вас, да? Да, другие номера не отвечают. Он с родственниками еще 2 ребят не смог связаться. И с тех пор вы что-нибудь знаете о Владе? Нет, с тех пор вот адвокаты мне, причем сами находят меня, ну, звонят и предлагают. Ну, мы видим, что вы ищете. Я везде по всем телеграм-каналах, везде я везде его ищу. И...
Мне звонят и говорят, вот мы видим, что вы долго ищете, вам там чем-то помочь. Помощь совершенно бесплатная. Вот недавно, ну месяца два назад, мне дали номер телефона, меня подписали в группу «Цивиль не в полоне», и оттуда мне дали номер телефона волонтера, и волонтер дал мне номер телефона адвоката. И там их два, мужчина и женщина. Я подписала с ними контракт, договор. И она вот, не помню, как ее зовут, Елена. Она пишет, она опять вот писала в этот в СИН. И в Минобороны опять писала. Есть третий ответ. Ну, точно такой же, как второй. Да, и все. И вот летом, единственное, что летом мне позвонили с Красного Креста и сказали, делегат, сказали, что жив-здоров. Единственное, можем сказать, в какой области он находится, но где именно, нет. Не связаться, ничего, не приехать. Я говорю, я в Харькове-то живу, это недалеко Белгород, я могу приехать. В Белгородской области, он сказал, да? Да, да. Так, давайте для всех, кто ищет своих, перечислим организации вместе, куда вы обращались. Ну, вот я знаю группу «Статут», это при координационном штабе по обмену военнопленными при генштабе ВСУ. Куда вы еще писали? Штаб Ирины Верещук. Угу. Потом офис президента Украины. Вот ответ мне с офиса президента. Повідомляю еще ваше звернення від 4.01.23. Яке надійшло до Офісу Президента України, надіслано за належністю з листом 11.01.23 до Служби безпеки України. Туди ми обращались в саму першу чергу. Тобто там все є. Діло було у Екатерини, слідователя, потім мені позвонили на WhatsApp, вже діло передали в Київ, вже там другий слідователь. Ну, з Екатериною я ще там переписувалась, там якісь бумаги, навіть вот ці вот ответы відправляла. И она у меня спрашивала, как я вообще туда дописалась, потому что есть люди, которые у нее спрашивают, обращаются, как это делать. Нет, то, что вы сделали, это огромная работа, поэтому я очень хочу, чтобы ваш опыт был как можно шире известен всем, кто ищет своих родных. Ну, я ей все это фотографировала и отправляла. Без имен я просто фотографировала и отправляла. И она там уже людям помогала. Вот. Потом я... Куда я еще отправляла? Європейська спілка прав людей та ООН. Угу. Ну і далі тут, от, коли я искала, як мені в офіс президента відправити, я знайшла, в общем, відправляла везде, де тільки можна, які номера знаходила, почти і все писала. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Оттуда мені прийшов відповідь, що Крим, ну, ваше звернення надійшлося помилково. Вот, поэтому пишите в офис президента в Украине, а не в Крыму. Координационный штаб. Координационный штаб по обмену военнопленными, да. Да. Одна из главных организаций по этому делу. Это мне адвокат в прошлом году, это адвокат мне составлял и отправлял, Клименко Роман. Боже, ну тут столько много, столько много. Вот, обращалась... к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации два раза. Один раз я своими словами, второй раз адвокат. Ни разу мне от нее ответ не пришел. Здесь, в Дортмунде, я ходила в полицию и писала заявление. Ну, здесь так мне дали листовку, что можно сообщать в Европе о военных преступлениях России. Надя, мы с вами познакомились в Берлине, когда было пикетирование украинцами и украинками российского посольства. Это были именно жертвы пыток и родственники пропавших, и родственники тех, кого пытали. Как вы общаетесь? Сколько вас? Как вы коммуницируете? Есть счастливая история? В группе «Цивиль не в полоне», откуда я поехала в Берлин, узнала, что будет митинг. В этой группе женщина,
написала, ну, может быть, недели три назад, ну, может, месяц, написала: «Девочки, поздравьте меня». Она выставила фотографию со своим мужем. Вернулся муж. Он был не на территории России, а на оккупированной территории. И получается, не в СИЗО, не в тюрьме, а, ну, как в подвале. Или, ну, в общем, не знаю, все она не описывает, но она говорит, его прям просто за руку вывели, привезли на вокзал, отдали разряженный телефон и едет на все четыре стороны. То есть просто выпустили человека. И он через Россию приехал к ней, она в Германии. И она выставила фотографию. Есть такие истории. Есть у меня двоюродная сестра, у которой то ли ее кума, ну, в общем, какая-то подруга, у нее мужа так тоже забирали. Но тоже он был не в России и не где-то там в СИЗО, в тюрьме, а в подвале. Ну, это все, это условия такие. Ведро стояло, их там 25 человек в этом погребе. Ведро, все туда, ну, ужас ужасный. Ну, молотком по ногтям, ток подсоединяют к гениталиям. Вот, да, просто бью. Или в носок ложат гайку, раскручивают и по голове. И песни там заставляли какие-то русские петь. Говорит, а когда если мы что-то пели украинское или разговаривали на украинском, то это, ну, соответственно, били там все. Но это не СИЗО, это вот эти подвалы. Вот она мне звонит и говорит: «Надь, что там насчет Влада слышно?» Я говорю: «Ну ничего, все вот так». А она говорит: «А позвонили ее вот этой куме и говорят, вот приезжайте, за такую-то сумму забирайте». Приехали, забрали без зубов, за какую-то сумму, но забрали живым. Надя, вы найдете, вы дождетесь. Я хочу сказать, что по данным Харьковской группы «Мемориал», минимум 8 тысяч гражданских людей, гражданских украинцев находятся сейчас в России в местах лишения свободы. Кому-то предъявлено обвинение, кому-то нет. О ком-то что-то известно, как вот о Владе Евдокимове, о ком-то неизвестно ничего. Полтора года – ничего. Кроме того, что мы все надеемся, что люди живы. Я надежда, потому что надежда умирает последняя. Как же не верить? Если без веры, ну, он должен знать. Тот человек, который мне тогда передал записочку, позвонил, то и не только этот человек. Вообще все говорят, что они должны знать, что мы их ждем, чтобы они не сломались. Они должны знать, что они вернутся туда, куда их ждут. Да, где их ждут. И мы ждем.